Состоялось 166-е заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги». Темой встречи стали перспективы сотрудничества между современным музеем и бизнесом. Исторически сложилось, что русские меценаты всегда были, есть и будут не только успешными бизнесменами, успешными предпринимателями, но еще и культурными, настоящими культурными инвесторами. Они тонко понимают и тонко чувствуют, что культура, искусство и экономика и политика неразрывно связаны между собой. И наша задача сегодня подчеркнуть значение современного музея культуры и искусства в роли бизнеса, подчеркнуть эту огромную роль. Коллаборации музеев с известными брендами стали неотъемлемой частью современного общества. Сегодня люди задумались о своих исторических корнях, полюбили территории, на которых живут, и хотят знать свою историю. И очень важно понимать, что когда бизнес приходит в сотрудничество с музеем, с искусством, культурой, это еще возможность подчеркнуть эмоциональность бренда, привлечь внимание к своей компании. Есть очень прекрасные примеры коллаборации замечательной. Например, Ситимобил и Пушкинский музей в Москве провели потрясающий совместный проект. Более 20 автомобилей агрегатора были оформлены картинами современных художников. Это было потрясающе. Великолепный проект «Дальневосточный, любимый краем глазами Литуаль» совместно с музеем имени Арсеньева. А прекрасный проект музея Ван Гога с брендом Vans, создание аксессуаров и одежды, коллекции одежды. Это привлекает внимание к бренду, привлекает внимание к искусству. От этого всем замечательно и хорошо. У нас огромное поле ответственности, огромное количество памятников, за которые мы отвечаем. И я не могу сейчас начать перечислять, это будет слишком много, но поверьте, достаточное количество компаний, отдельно просто бизнесменов, и не всегда на возмездной основе, то есть за репутацию или за рекламу, иногда в абсолютно филантропской манере помогают музею в его инициативах. Я знаю таких примеров много на нашем опыте. Я знаю, что это есть, например, у наших коллег в картинной галерее, Приморской государственной картинной галереи. И, в общем-то, можно говорить о том, что вот этот момент осмысленного взаимодействия, он все-таки так возвращается в нашу городскую реальность. Подобные встречи особенно важны, ведь они помогают развитию не только города, но и всего Дальнего Востока. И музей, и бизнес – неотъемлемая часть того общества, которое живет в Владивостоке. Мы две части одной реальности. Это встреча и проведение бизнес-клуба «Диалоги» на площадке главного Дальневосточного музея – это просто попытка сверить систему ценностей и, возможно, поискать точки для соприкосновения и для дальнейшего взаимодействия. Каждое заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги» – это всегда самая актуальная и интересная тема для всего региона. Современные предприниматели не сидят на месте, они всегда в поисках новых возможностей развития. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.